Короче, предновогодний анекдот. Летят звери бригадой с закупок чартерным рейсом. Ну, блядь, летят все нажранные, накуренные, убитые, полная требуха, короче, всякого барахла, которое накупили. Ага. Ну, тут зайца как самого убитого поволокло в пилотскую кабину. Ну, туда заходит, смотрит, блин, штурвалы просто так гуляют, и никого нет. Ну, такой, хватит за штурвалы, давай, короче, самолет качать, там, в правый крен, в левый крен, там, в горку, короче, в пике, вытягивает его, равняет. Ну, накуренную убитую лису, короче, ее подволокло, думаю, что за херня такая, короче, меня там таскает по креслу вправо-влево, пойду разберусь с пилотами. Заходит в пилотскую, смотрит, там, косой, короче, там, исполняет. Говорит, косой, ты что творишь-то, говорит, козел? Говорит, да, говорит, лисонька, я тут выпендриваюсь, нахуй. А ну, говорит, пошел нахер отсюда, я выпендриваться буду. Пня ему дала. Села за штурвал, давай тягать на себя, от себя, короче, исполняет там. Самолет качает, болтает. Ну, как мини-убитый волк такой отдупляется в салоне. Говорит, блядь, что за херня такая? Пойду-ка разберусь с этими козлами. Заходит в пилотскую кабину, смотрит, там лиса сидит. Он говорит, рыжая, ты что творишь? Говорит, да, говорит, я-то выпендриваюсь, говорит. Говорит, ну-ка пошла отсюда вон, я выпендриваться буду. Выкинул ее за штурвала, посадился сам. Давай тоже тягать на себя, себя там исполнять, короче. Ну, исполнял, исполнял, пока, в общем, оконцовик, короче, не проснулся самый пьяный медведь. Медведь, короче, такой отдупляется, срыгнул в сторонку. Думает, блин, пойду этих козлов воспитывать. Идет в пилотскую кабину, смотрит, волк сидит, он говорит, серый, ты, говорит, это, что исполняешь-то? Говорит, исполняю, Миш, вот, говорит, выпендриваюсь, блядь. Пошел вон отсюда, я выпендриваться буду. И давай там самолет гонять в горку, в крен, в правый, в левый, короче, в пике засунул его. Давай тянуть на себя, херак, короче, штурвал отломил, и самолет в пике так и остался, и валится с 11 тысяч вниз. Ну и все суетятся, бегают по салону, что делать, туда-сюда. Ну, ворона такая просыпается, посмотрела, блядь, взяла, короче, бутылку там какого-то коньяка блатного, который у нее с собой был, по иллюминатору бах, короче, ну и все, еще и салон разгерметизировался. Ну и все бегают, бегают, говорит, ворона, ты что не суетишься? Говорит, а что мне суетиться-то? Говорит, как что делать? Говорит, ну, лететь, говорит, я сейчас полетела. Говорит, а нам что делать? Ну и вам лететь. Так мы же, говорит, не умеем. Ну, говорит, а если не умели, хуй тогда выебывались. Выебываться надо правильно, с Новым годом.